Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Почему болеют люди? Ну, можно сказать, что неразумное отношение к телу. Да? То есть кто-то убегает от инфаркта, кто-то ест то, что тело не способно переварить, кто-то вкалывает туда какие-то, вливает медпрепараты, прививки, лекарства там, и так далее. Кто-то. Но это небрежное отношение к своему телу, не любовь к телу. Себе, да. Это все не любовь к себе, да. Это все про отсутствие разума. А что, человек не чувствует, что ли, что он делает с собой? Конечно, не чувствует. Ну вот ты же причиняешь боль, да? Угу, боль, да, ты чувствуешь? Нет, это ощущение. Ощущение, да, человек не чувствует. На самом деле, смотри, тут не только питание, не только что-то еще, тут мысли. Мысли, как человек мыслит, как человек, с каким настроением просыпается, с каким засыпает, и вообще с каким настроением, и с какими мыслями он смотрит на мир, на людей, на все абсолютно, на свою жизнь. В каких состояниях он живет. Да, да. И вот именно этого человека, именно этого не осознает вообще. И мало того, это я сказала неправильно, даже не осознает, он обесценивает. Он не ценит свою жизнь, и поэтому он обесценивает ее. Да, жизнь, тело. Отношения, это работу, все конечно, подряд. Конечно, это и есть жизнь. Да. А работа? Человек идет на нелюбимую работу и не осознает, что это его жизнь. Что а это его он каторга. Ее ненавидит. Представляешь, а он ее ненавидит. Он мечтает, скорее бы выходные. Я отлежусь, а выходные приходят. А он отлеживается. И смотри, и тогда каждый день просто вот день сурка. И причем в тяжелых нагрузках получается, да? Тяжелейших. Полностью нагружая себя, знаешь, такими мыслями негативными. Представляешь, я когда-то знала мужика, он занимал очень высокую должность в банковской системе. Угу. И при этом, если я заходил к нему в квартиру, то у них на входе стояла тачка, тележка там такая, все для дачи. Было куча земельных участков, которые он пытался в выходные обработать там. И при этом, получается, там нравилось. Бестолково. И там бестолково, и там бестолково. Он напокупал просто этих участков и нигде не успевал, разрывал. То есть распылился. И вот видишь, он не умеет ценить то, что у него есть жизнь. То есть человеку неинтересна жизнь. Неинтересна та работа, которой он занимается. А он ею занимается минимум 8 часов в день. Да. И если ты 8 часов в день посвящаешь каторге, то как ты можешь быть здоров? Да, ты даже узник. Даже ты, если на этой каторге тупо сидишь. Даже если ты тупо сидишь, ты ничего не делаешь. Ты ненавидишь, ты уже себя просто разрываешь на части. Да, ты рвешь свое тело. И поэтому и болезнь будет, естественно. Ну вот смотри, на самом деле, вот даже вспомните этого мужика, он был очень умный. Умный, именно умный. А программа ума очень она активна. Он себе логика... Машина не чувствует. Да, машина бесчувственная. Разума не было. Угу. Разума не было, и женщина была сведена в совсем в другую роль. Не являлась его разумом. И получалось так, что это на самом деле очень плохо сказывается на здоровье и мужчины, и женщины. Конечно. Даже если молодцы там в том случае не разрушили семью, но это круто сказывается на здоровье мужчины и женщины. Конечно, конечно. Потому что нет разума, потому что мужчина насилует себя, соответственно, женщина подавляет себя, не высказывает, потому что она зависима, и пошло. И клубок лжи на самом деле нарисовывается только на отсутствии разума. И этот клубок лжи, знаешь, что это напоминает? Перевязанную, перемотанную культю. Вот тебе обрубили конечность, да, вот человек потерял конечность. И сразу, чтобы не умереть, чтобы от кровопотери, да, ему культю перематывают. Вот так программа ума наматывает. Бинты, оправдалки, еще что-то. А культя остается культей. Уже рука не работает. Разум отключен, уже коннекта нет. Угу. Или если это проводник, да, то перебило провод. А ты там чего-то намотал в расчете, что это выдержит. Не выдержит. Это, конечно, вот все, что касается программы ума, это жестко. Мы уже с тобой четко знаем, что ум – это
разрушительная на самом деле программа. Разрушительный механизм, да. Да, потому что она ограничена. Ум ограничен. У него есть рамки, границы, за которые перешагнуть не запрещено, нельзя. И эти границы сформированы родителями, эго, конечно, личностью. Конечно, эго, да. Вот, и получается, это все эго вот в собственном соку и варится, тарабанит. А при этом, чтобы прийти к чувствам, это прийти к разуму. Разум проявлен у нас через чувства. Смотри, мы когда начинаем работать с людьми, вот даже последнее погружение про чувства, угу, да? Угу. Сколько обратной связи мы, да, прислали, сколько, когда, да, люди засыпали для себя, открыли новый мир. Угу. Вообще новый мир, о котором они не знали. Просто ты им дал разницу между эмоциями, между ощущениями и увел в чувства. Мы даже, кстати, с состояниями там не работали. Не говоря же про состояние, да, сознания. Да. Да? Мы даже с состояниями тела не работали. Но при этом уже у человека был такой выплеск. Выхлоп очень большой, да, был. И человек, уже коснувшись чувств, он: так это что, это есть у меня? Это есть у меня, да. Так вот оно оказывается, что, да, да. А ведь именно через чувства с нами говорит разум. Только, и наверняка только каждый, через чувства, каждый вот в момент, когда он принимал правильное решение, разумное решение, у него тогда говорил разум, и он помнит эти состояния, что привело к включению. Но это было, но так он мимолетно. Говорил, знаешь, как человек говорит на это? Интуиция. Или ангелы подсказали. И все. Угу, понимаешь, Бог отказывается. Отказывается отказ от себя, от разума. Да. И вот за это подсознание больно бьет. Да. Как только, да, ты от себя отказался, что? Ты не хочешь себя слышать, дорогой? Но если у тебя с извилинами плохо, значит, будешь играть в другом теле. Да. То есть здесь, конечно, вот эти моменты отказа от себя, от тела, от чувств, это моменты разрушения своего физического здоровья, это напрямую связано. И тогда смотри, если зайти с обратной стороны, вот обращаются к нам люди, вот запись на консультации, да? Угу. Помогите, спасите, сделайте за меня. Я исправлюсь. Вы, угу, только уберите, а я дальше буду другой. Да, 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 да. А как? 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 Как станешь другой? Как ты станешь другой, если тебе не причинят боль? Если ты не выдернешь руку из костра, от того, что тебе больно, рука сгорит. Угу. Это в физическом мире проявлено. То же самое с психикой. Психика ставит тебе в условия, когда ты сам себе причиняешь боль, для того, чтобы не потерять тело. Иначе ты потеряешь тело целиком. Боль для того, чтобы ты почувствовал наконец-то. А человек все равно продолжает не чувствовать, а списывать это на что-то внешнее. Да? И вот оно получается. Вот оно. Человек все время, за всю свою жизнь, каждый раз, вот эта подмена эмоций и ощущений, да, типа это чувств, чувствую, он за всю свою жизнь, он все время отказывается от чувств, он отказывается от разума, а он, значит, отказывается от себя, человека, потому что разум – это человек, ум – это машина, это программа. Да. А человек конкретно отказывается от себя живого и соглашается на себя мертвого, сонного, спящего. То есть, ну, машину. На машину. Да. А смотри, вот опять-таки, варианты отказа. Варианты отказа. У нас разум где? В мозге. Да, да, это да. И начинает, да, мозг правит, управляет, ум, и так это далее. Это так. Он конкретно. Кто, ум, где, когда сказал про вилочковую железу? Никогда. Никогда. А чувства они здесь. Мало того, про вилочковую. Конкретно говорится, она угасает. Там, и отключается. Да, 20 или, ну, плюс-минус. Да. И отключается. Все, то есть... Правильные чувства угасли, отключили. Здесь образовался вакуум, пустота. И все, ты по автоматической программе идешь. Вот твой ум. Заменилась эмоциями, да, ощущениями. И все, и ты на этой замене живешь. Да. А хотя мы частенько же говорим: я чувствую, да, и руку даже ложим. Да, быть, да, да, да. Ну вот, вот просто... Даже интуитивно, да, вот сюда. Да, инстинктивно, да, даже. Инстинктивно, да, это инстинкт как это раз инстинкт, таки. Да. Да, а эго, смотри, и это я была, как-то проснулась ночью, и вдруг у меня, смотри, эго, вот смотри, разум, чтобы прийти к разуму, надо прийти в точку себя, то есть полностью себя собрать. Собрать. Что такое эго? Это эго раздутое, да, то есть это раздутая точка. Можно так сказать. Раздутая точка. А смотри, я ночью просыпаюсь, и вдруг у меня прям вот так оно идет, как обычно, да? Само вот прям информация. Эго раздувается,
и человек глохнет, слепнет, засыпает, как наркоз. А что помогает эго раздуться? Наша любимая религия. Наши любимые родители, которые по-другому они не могут. Они уже давно запрограммированы. Вынос ответственности. Вынос. Вот именно вынос ответственности. Сердцевину выдрали, все остальное расширилось. Шарик надулся. Вот, да, ты представь, растянуть, я прям это вот я и осознавала. Растянуть, и ты глухой, ты слепой. А растянуть – это когда ты вынес свою силу вовне. То есть твоя же сила тебя растянула образно. Ну, потому что ты себя растянул. И висишь в наркозе, спящий. А чтобы это ум. А чтобы прийти к себе, надо прийти в точку себя, к разуму прийти. Сегодня, точка, знание. Сегодня утром смотрела интересные ролики. Ну, их подбросила серии. Причем очень интересно. Один ролик религиозного склада такой, там, где бесов изгоняют из людей. А второй примерно то же самое, только человек отказывается от своей теневой части, прорабатывает в себе сатану на каких-то дыхательных тренингах такого типа. Угу. На самом деле действие одно и то же. Угу. И суть одна и та же. Только в одном случае это названо дыхательным каким-то, тренинговая секта, в другом случае это религиозная секта. Угу. Но в принципе суть одна и та же. И там творится действие с психикой. В массовом гипнозе, в массовом, что запрещено законодательством, и там наносится вред психике, травма психике человека, и там ведется работа людьми, которые называют себя либо профессиональными тренерами, либо профессиональными священниками, священнослужителями. И там ведется одинаковая работа по разрушению психики человека. Вот он, и это растяжение. Снимать растяжение, да. И это снимается на видео и выкладывается, типа, вот мы вот сейчас вам всем поможем, спасем вас от бесов, которые у вас. И ты смотришь на эту безответственность и плюс вынос ответственности на теневую часть. Безответственные святые отцы и тренера – выносят ответственность, остатки ее из этих персонажей и делают их психически больными. Пустыми. Пустыми. И потом туда наполняется система убеждений для Овна, и Овен пошел. И неважно, этот Овен будет ходить в тренинговую секту и вечно лечиться и бороться со своими родителями, например, обвиняя их, что они сформировали ему эту теневую часть. Или он пойдет и скажет: «Божечка, прости меня», и будет читать молитвы и биться до упада лбом, как те египтяне после Рамадана с шишкой на лбу приходящие. А тут Божечка сидит в нем и ждет, когда ты повернешься ко мне. Когда ты в конце концов возьмешь ответственность за свою жизнь на себя. Слышь, чувак, сколько можно уже биться головой и доверять свое тело и свое здоровье непонятно кому. Когда ты на себя ответственность возьмешь за свое тело и за свое здоровье. Когда ты наконец-то разум включишь. У тебя ум за разум зашел уже. Ум впереди стоит и говорит: я впереди планеты всей. Такого быть не может. А разум сидит и насмехается. Говорит: ну ладно, я посплю, пока ты тут танцуешь на сцене. Очередной артист. Клон. Это, конечно, вот это безумие человеческое. Но видишь, чтобы вернуть человека в чувства, надо вернуть его к воспоминанию вилочковой железы. Сделать определенные моменты, да, чтобы он начал чувствовать. И это самому человеку на самом деле сложно. Ты помнишь, как мы входили? Ты помнишь, как мы психотехническую базу разрабатывали? Помню. А ты скажи вот сегодня. Вот мы там на практикуме будем давать активацию сегодня вилочковой железы. И тебе скажут: о, да они секту делают. Они же думают, что это мы им активировать будем. Они сами работать с собой будут. Угу. Понимаешь, ты даже многие вещи вслух проговаривать не можешь. Они не поняты будут сразу. Изначально на подходе. Угу. А как запустить по-другому? При этом запустив вилочку, почувствовав свою вилочковую, да? Ты начинаешь чувствовать другие органы. Ты начинаешь жить на самом деле. Ты начинаешь жить. Да. Ты начинаешь по-другому мыслить. Ты начинаешь... Да. Даже ум перестраивается под это, потому что разум уже информацию подбрасывает, так, и уму деваться дело, да, дело в том, что ум, он не может не подстраиваться. Как только разум начинает чуть-чуть проясняться, ум всегда уступает.
Всегда разуму. Просто потому что до смешного, но действительно ум взял верх над разумом, да, человека, то есть перекрыл, обманул тело. И тело перекрыло, ну, можно так говорить, да? Сознание, ну, пусть стало там, неважно. Но как только просыпается, чуть-чуть в человеке просыпается разум, мало того, человек, знаешь, как не списывает это сразу на интуицию, а он уже осознает, что это его разум, что он все-таки, да, все, ум уступает. Он не то, что уступает, тут даже это неправильно. Это он сразу занимает свою позицию программы, то есть автомата. То есть все, автомат отключается, включается ручное управление. Вот сразу. Вспомни, с чего начинался для тебя инфодайвинг? Помнишь курс эпигенетика? Ну, помню. И как тебя колбаснуло на чувства, именно на чувствование. По сути дела, тогда неожиданно было. Инфодайвинг начинался с физического тела. Да, да. И если бы, да, и мы, когда же гоняли гипноз на Кубе, с чего мы развлекуху устраивали, на чем? Поначалу на таблице Каткова, таблице состояний, полностью тело, что сможешь. Я помню, как я себя спицей пыталась пропороть, как я там в гипнозе, вот все, что можно. А вот смотри, все внешне, через гипноз, да? Внешне шло. А у меня вот тогда внутри. Оно именно внутри, оно оттуда раскрылось. Да. Но, видишь, разница все равно была работа с телом. Да, да. Именно заход со стороны тела. И поэтому, когда говорят о духовном развитии, и тело снизводит. Да, 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 да. Ну, ребята, это отказ от тела. Да. Мы будем говорить о духовном развитии. Ну, да. Будьте ангелами там. Да, на Альфа-Центавре. Да, и что вы будете? И что вы будете? Да, точно, на Альфа-Центавре, да. Ну, так если улетел, так уже лети до конца, куда улетел, там приземляйся. Самое ценное, это вот это, вот оно, тело. Самое ценное. И когда оно грешно, и оно, от него надо скорее избавиться, да, в прах его. Да. Аминь. Да. Ну вот, а вилочковое активировав. Ну, активировав, на самом деле, это повернувшись к ней. Развернувшись к себе и почувствовав один раз. Просто надо провести, чтобы человек почувствовал это. Да. И это такой огонь зажигается внутри. Это, знаешь, как из тлеющего этого уже угасающего и этой искорки костер огромный. Солнце. Какой костер? Огонь, солнце, да? Вот это. И тогда такая, юху, жизнь, держись. Вот просто начинаешь работать с собой, начинаешь со своими органами, болячками, проблемами в жизни. Вот именно из этого света, да? Скажи. И тогда все получается. Все. Все, у тебя все совсем по-другому начинает. Ты свет. Ты начинаешь видеть. Ты проснулся. И ты знаешь, мне на сегодняшний день, например, вот мы очередной виток сделали, да, в психике. Знаешь, по спирали так идешь. На самом деле валишь вперед, в глубины. Мне сейчас очень интересно взять и провести эксперимент. Ну да, мы с тобой говорили об этом, да. Об эксперименте. Провести эксперимент, взять, я не знаю, сколько человек, но немного. Я думаю, что, ну, грубо говоря, выделить 2 недели. С 1, например, по 14 февраля. Вот мы как раз будем в Бразилии. И вот в этот промежуток, чтобы люди делали заявки. И снизить, очень существенно снизить цену, набрать именно взрослых людей, которые будут давать обратную связь, у которых есть уже вот эта чувствительность. Раскрыта уже. Раскрыта она. Уже, да. Хотя бы даже понятие вот этой, да. И которые будут работать сами после консультации. Да. И вывести, посмотреть на результат. Да. Которые именно обратную связь. Вот ключевое. Вот очень важно. Будут сидеть на обратной связи. На обратной связи. И будут работать сами, честно. Да. Сами, да. И вот тогда это очень интересно. Мы с тобой чтобы говорили. Были синхронные. Мы подсказываем, куда меняться. Они синхронно идут. Не, я сижу на попке и жду, сделайте за меня. А вы меня сдвинете. Да. Вот таких не надо. Таких даже сразу отсекать. А именно тех, кто наш шаг, ваш шаг, наш шаг, ваш шаг. Хочешь выйти? Пошли. Мы будем твоей правой ногой. Но ты будешь левой ногой.
Да, вот на одной такими, да. скакать не будем. Да, на одной скакать не будем, перед тобой прыгать не будем. Не хочешь работать, да, можешь не сразу будет очевидно. По обратной связи оно сразу будет видно. Да, работает. И поэтому именно вот люди, которые будут готовы двигаться сами, слышать нас, слышать себя и обратной связи, на обратной связи сидеть. Вот это так интересный эксперимент. И желательно вот разные заболевания, чтобы были. Да, вот да, хочу, да. чтобы были все заболевания разные. Ну, максимум там 3 человека с одним, чтобы смотреть. Ну, разных, знаешь, как степеней там или разных может быть, да, там. Да, дело в том, что вот даже с той же самой беременностью, как мы начали работать, смотри, сколько подводных камней вылезло, и как мы сейчас эти дела так тун добиваем потихоньку. Для чего? Для того, чтобы просто эту тему углубить, потому что каждое заболевание имеет свои сложности. Да. У нас очень приличные наработки на сегодня, но эти наработки растянуты во времени. А хочется вот посмотреть, что можно быстро выжить из человека, если человек идет своими ногами. Если идет, вот именно, да, чтобы шел. Чтобы шел. И сам хотел. И сам менялся. И было интересно самому. Тогда вообще, тогда такие результаты будут. И я бы еще и от медицины не отказывалась. Я бы еще медицину подключила, если есть возможность. Только там, смотри, медицину то, что говоришь, правильно. Правильно, да. Именно разумно. Разумно. Да. Когда потому человек что видит, что соединение психики идет и науки, угу. и физики. Психика-физика вместе. Тогда результаты будут хорошие. Просто уже знаю это изнутри, знаю, что да. это правильный подход. Да, да. Просто его надо сделать там на 20, на 30 человеках. Ну, на скольких? Может, плюс-минус. Но вот это надо попробовать с тобой сделать. Очень интересно было бы. 30 – это много. Много, но... Но с другой стороны... Хорошая статистика будет. Интересно, да. Да, это интересно. Во всяком случае, мне вот этот момент интересен. Еще может оказаться, даже если 30, да, даже может оказаться, что из этих 30... Знаешь, как с первого курса отваливаются студенты? Да, да. Те, кто... Так ты помнишь, как с аутизмом было на ранних этапах? Да, да. Те, кто, знаешь, ну, обратную связь слабенькую может, да... И мало того, мы же сразу это будем видеть. Человек слышит нас и делает, или он обманывает. Мы же это сразу с тобой видим. Ложь мы сразу, мгновенно. Ну, видишь, человек вот даже обманывает. А он не осознает, что он сам себя обманывает. Ну вот последние заявки, которые присылали на консультации. Ну слушай, наверное, за все время один человек в лучшем случае прочитал до того, как подать заявку, условия. Даже, а потом обманывают. Я читал, я знаком. Если ты знаком, то какие вопросы ты задаешь? Где? А вот возьми, пожалуйста, вот это о разуме и уме. А как человек, когда ему назначают лекарство или ребенку назначают лекарство его, он читает? Он просто доверяет сразу. А иногда сразу выкидывает. Типа врач не понравился. Ну, либо так, либо так, либо слепо так. окунается. Куча лекарств, отлично, все без разбору будут. Точно так же, один в один. И потом скажешь, а вы читали? А зачем мне доктор назначил? Все. А кто такой доктор? Это кто такой? Это Иисус Христос? Да, это безошибочный. Да, 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 да. Это все про ответственность. Вот это тот вред, который нанесла религия. Религия, вот она. Вот этой святостью. Это святой, верьте ему. Верьте. Создавайте все. Игры. Все, понимаешь? Мало того, святость как создается? Человек умирает, и тогда он святой. А почему? А для того, чтобы не было людей, кто может задать ему вопрос, ты святой или святой? Пощупать его. Понимаешь, даже здесь. А человек свято, вот просто... И поэтому канонизируют всегда посмертно. Да, да. Вот оно. Смотри, вынеси, растяни. Да, вот это вот. Растяни это эго, эту резинку. Как хочешь. Расслабь ее. Он сразу вот представь, так растянул, ты глухой и слепой. Все. Ты заснул. Сознание твое в растянутом состоянии. Вот. Ты знаешь, меня удивляло... В процессе наших погружений в психику мы-то видели, очень много людей уже бывали и достигли определенного уровня развития, и можно назвать великими гуру, там, мастерами, там, как угодно. А теперь смотри, вот человек, мастер,
Даже, кстати, религии точно так же построены. Ведь писал тот же самый Мухаммед, писал, Будда писал, там, Иисус Христос, там, после него последователи писали. Книги оставлены. Вот человек достигает определенного уровня развития сознания. Да, вот, казалось бы, почему идет обвал обратно вниз? Вот он же достиг этого уровня, можно вывести свое зеркальное отражение в этот уровень и увидеть в зеркале Бога в каждом человеке. Ведь надо вот сюда прийти. И ты знаешь, я все время задавалась вопросом, почему они не смогли этого сделать никто? А потому что, я тебе скажу, потому что... Ну вот у тебя есть ответ? Скажи, ну, у меня свой. Есть предположение. У меня есть только предположение, потому что ответ будет, когда мы сами пройдем с тобой фазу, и мы будем знать, так что, какие же там подводные камни нас ждут. А иначе это, знаешь, вот так просто помозгокрутствовать, то, что могу сейчас сделать. Я могу только сказать вот свое, да, как я это вижу, потому что люди, достигшие уровня определенного духовного развития, да, ни один из них, даже они могут произносить, но ни один из них не взял на себя роль полностью целостного единого сознания. Знаешь, не как? Взял на себя ответственность за реальность, за коллективное, да. За гурт. Не, да, правильно. Не взял именно, а знаешь как? Я осознаю все это, но за поэтому стеклом. Поэтому 10 заповедей, а не 11. Точно, да. Но за стеклом. И я за стекло не могу себе позволить выйти. Остался в наблюдении. Наблюдаю, я наблюдающий. Вот оно опять-таки. И что это? Эго. Опять-таки ты находишься в эго. Эго. Но, видишь, просто ты перескочил на другого размера эго. Да. И так на самом деле в геометрии получается. Да. От меньшего к большему, к большему, к большему. Шарики, да? Да, шарики. Но ты знаешь, здесь еще получается, что, по сути дела, человек не прошел самый последний соблазн. Самый последний соблазн, как это увидеть равного себе в зеркало? Ну вот, да. Вот это самый последний соблазн. Когда ты в коллективном увидел себя, в каждом человеке увидел себя. Вот это единство, я же говорю про целостность. Вот. А это последний шаг, когда ты в каждом человеке видишь себя, Бога. А-а-а. Даже не Бога, Создателя. То, что ты создаешь каждого человека. Вот за это... По-прежнему вы на ответственность. Хочется вынести... Знаешь, все время вспоминаю эту суфийскую притчу про кружащегося суфия, который воевал с царем. Не увидел себя в царе, а царя в себе. Не отразился. Вот это последнее, что не сделал. Не осознал. Не осознал себя в каждом человеке. Не осознал себя в каждом человеке. И если вот бы осознал... То, что я говорю, что за стеклом. Да, за стеклом. Получается, вышел в наблюдение, а через наблюдение провалился обратно в игру. А другого потому что нету. А другого нет. Только да. Только так он по-любому. Либо остается в зависании. Да, либо сознание. Ты проваливаешься обратно, либо ты идешь в расширение. А чтобы выйти в расширение, надо взять следующий барьер. Да. Следующую широту восприятия. А как ее взять? Я вся вселенная. Но оно очевидно, что это так. Что вся вселенная в тебе. Ты создал все миры. Ты никто другой. И, кстати, буддизм об этом и говорит. Я недавно, буквально, наверное, вчера, кстати. Или это ты мне прислала про землю. Как двигается земля? Нет, земля, не, да? Не как двигается, а что... Нашли, обнаружили двойник Земли. Двойник Земли, что-то такое, именно двойник. Материя, больше, материя. Больше, чем наша, но при этом полностью, как-то там что-то такое, да? Ты знаешь, я слушала, и вдруг я понимаю, у меня так тыдыщ. Ведь мы с тобой четко знаем, что, да, что все, что мы видим макро, это наше микро, наш внутренний мир, да? Да. То есть наши эти молекулы. И смотри, к чему сейчас идет. Даже вот возьми вот эти полеты, там инопланетян ждут или еще что-то, да? Да даже возьми то, что говорят про Землю, тоже стало в последнее время часто натыкаться, что за Антарктидой
что, мол, наша земля не шарик, уже не шарик, это. Уже не плоская. Может, плоская это, но за Антарктидой там, короче, дальше есть земли, и их много. И, мол, я к чему? К тому, что по итогу мы ползаем по телу своему, да, и никак не осознаем, что все это, что на самом деле это все мы, но мы, знаешь, как перескакиваем. Ой, клеточку нашел эту. Ой, есть еще эта клеточка. Я вот это, я слушала, и я понимаю, что, блин, мы кружимся, знаешь, как в микроскоп смотрим, да, на себя в микроскоп, видим планеты, да, и при этом ползаем у себя где-то как мошечки и никак не осознаем, что все это мы, и чтоб твой, это все придумывает ум, он выкручивается как только хочешь, а разум, ну вот просто вот черным по белому пишет: дурачок, погляди в зеркало, это ты, прими себя таким, как есть, все твои проблемы, это ты. Ну смотри, сейчас, кстати, очень классное время. Помнишь, 4 года назад мы говорили, что настанет время, когда реальности разделятся. Да, да. И вот сейчас можно видеть, как разделяются реальности. Есть множество реальности. Их мало то, что множество, но есть явно страдальческие реальности, да. И есть явно счастливые реальности. Вот идет такое глобальное разделение, и идет видно, как идет развитие сознания, у кого оно заворачивается и пойдет играть назад, а у кого оно пойдет играть вперед. Сейчас этот процесс, он настолько нагляден, очевиден, и поэтому количество спама информационного, оно будет сейчас нарастать, и задача человека осознать, а что же он в себе чувствует, где для него правда, где для него истина, во что он будет играть, какую игру он создает для себя. То есть он, по сути дела, вот это распыление, когда ты можешь распылиться на миллион чужих игр и рассыпаться, и тебя вообще не будет как сознание, и придется возвращаться и собираться заново. Либо ты как сознание создашь свою игру и будешь играть в свое, в что-то, что ты действительно будешь познавать, изучать, изобретать, доставать из себя, но тогда нужен разум. И тогда надо здоровье, чтобы играть в эти игры. А если ты начинаешь уже через создание своих игр, то тогда надо закладывать другой масштаб игр. То есть сегодня одним земным шаром ограничиваться, наверное, было бы глупо. Тогда надо закладывать здоровье, тогда надо закладывать продолжительность жизни, долголетие. Тогда надо закладывать другие какие-то моменты технические. И здесь такое разнообразие на создании. Это вообще может быть совсем другая игрушка по сравнению с той, в которой мы играем сейчас. Это вообще другая игрушка. Но, блин, когда эти вещи осознаешь, понимаешь, можно запустить все эти игры. И мне бы хотелось, чтобы из Беларуси запускались не танчики воюющие, а действительно игра в создание и игры богов. Вот что должно запускаться из Беларуси, потому что это действительно белая земля. И отсюда это все должно идти. Здесь есть разум, и с разума это все должно начинаться. Оно должно идти вверх, расширение. Даже смотри, да. Это надо убрать все ограничения. Все ограничения. Для начала. Конечно. Здесь очень много вопросов таких, но это такая интересная будет игрушка. Игрушка, где ты еще найди, как создавать сознанием. Это ж интересно, это увлекательно. Пока мы пробуем на физическом теле, пока мы пробуем какие-то элементы на декорациях, но мы же даже на масштаб еще не выходили. Хотя, ты знаешь, когда вот мне в последнее время очень нравится, когда ты входишь в подсознание и расширяешься, например, и смотришь с масштаба подсознания, например, Земли. И фиксируешь, какие будут изменения. Вот я там ролик записала про катаклизмы, когда перла. Ну ладно. А ведь точно так же ты можешь настроиться на правителей, да, на того же самого американского правителя. И ты сразу видишь, чем это все закончится, и какие варианты могут быть дальше, и так далее. То есть тебе даже предсказывать не надо, там выкладывать моменты по будущему, они очевидны с подсознания. То есть ты смотришь и понимаешь, что все, здесь ресурс исчерпан. А должен быть там человек в ресурсе. И дальше вопрос, как это будет в игровой форме обыграно. И так далее. Вот эти вот вещи, они настолько, ну не знаю, они очевидные. И вот здесь тоже ж можно сознанием экспериментировать, создавать. И это тоже интересно. Да, интересно.
А все начинается с тела. Первое управление. Пока ты не управляешь телом, ты ничем не управляешь. Ну, сказать да «управлять» если... – это неправильно. Вот вообще слово «управлять» оно не подходит к психике. Создавать. Конечно. Либо ты создаешь тело здоровым, либо ты создаешь тело больным. Либо ты все равно его создаешь. Ключевое, либо ты создаешь тело, либо ты его разрушаешь на самом деле. Ну, создаешь больным. Здесь, да. Здесь только... Здесь вот именно направление. Направление. Вверх или вниз? Да. Вот. И научившись именно создавать тело, не разрушать тело, а создавать свое тело, вот тогда ты можешь уже и научиться создавать вообще все. Ну, даже не научиться, а у тебя интерес проявится к этому. То есть в расширение пойти, да? Но человек же от тела конкретно отказывается, идет в разрушение тела, а значит, полностью отказывается от себя создателя. И как он может управлять или там создавать что-то вне, если он разрушает свое же тело. Он, естественно, будет и вне разрушать, потому что, как я вот только что недавно и говорила, что макромир – это наш микромир. И поэтому, если мы разрушаем себя, свое тело, мы, естественно, разрушаем макромир. И тут других вариантов нет. Поэтому, как только ты повернулся к себе, начинаешь себя чувствовать, любить себя, с любовью относиться к себе, ценить себя. И это не об эгоизме или там самолюбии, а это о разумности, потому что это самое бесценное, что есть. Благодаря телу ты проявлен в жизни, благодаря телу ты можешь эту жизнь создавать, проживать ее. И тогда, естественно, когда ты уже повернулся, когда ты осознаешь, ты ценишь себя, ты с разумом подходишь к себе, у тебя счастье внутри, а счастье, оно создает счастье. А когда у тебя внутри болезнь, у тебя страдания, ты будешь создавать, ты будешь разрушать именно... Ты сейчас проговорила ключевую штуку, на которую сейчас обращу внимание, вот кто нас будет слушать. Ты сейчас просто ее проговорила очень дотошно. Вот захотят, люди отмотают, еще раз переслушают. Смотри, разрушая свой микромир, человек разрушает макромир. Смотри, что было во время ковида. Люди хаотично делали прививки, вынося ответственность. Вынесли ответственность неизвестно на кого. Они готовы на первую попавшуюся фармацевтическую компанию. Да. Только не беру на себя ответственность. Угу. Паника, да? Вот вынос. Ну, вот оно растяжение опять-таки, да? В их микромир. Туда набрасывается. Набросалось. Бомбочек. Набросалось того, что их тело не способно было переварить. Угу. Они надеялись вроде как, но они же вынесли ответственность, поэтому их вера в то, что им это поможет, создала игру. А игра, которая говорит, разрушаем макромир, сегодня на кладбище будет отправляться безумное количество Конечно. Людей, потому что разрушив свой микромир, разрушили они разрушили макро. А макромир восстановить можно только перезагрузкой. Вот она потеря тела. И это... Ну, психике этот процесс очевиден. И перед тем, как вынести ответственность на кого-то, доверить свое тело кому-то, позволить себе в тело влить что-то или впихнуть что-то, семь раз подумай. А принесет ли это тебе пользу? А осознаешь ли ты, чем ты рискуешь? Ты же рискуешь своей жизнью. Ты же рискуешь своим здоровьем. Ты рискуешь своей болью. Да. Это так. А самое интересное, что я сейчас скажу очень такую жесткую штуку, которую люди, наверное, меня очень сильно прям так осудят. Но начинать все это надо с младенцев. Как только мы, и сейчас меня не поймут, как только мы первую прививку делаем ребенку, мы мгновенно направляем его в разрушение, его жизнь в разрушение. Мало того, его мы свою жизнь направляем, потому что мы не даем возможности здоровью, иммунитету проявиться в жизни. Мы просто не даем. И сейчас мне могут сказать, вот если бы слушали открытую, да, сказали бы, и как, вы рискнули бы своим ребенком? Вот и все. Вот эта фраза, вот этот вопрос, вы рискнули бы, говорит о том, что мы слабы, совсем слабы. А именно здесь, потому что дети рождаются сильными, а мы, внося первейшие вот эти, которые говорят, как же без них он жить не может. Не может жить, да. Тут же создается игра, что не может. И мы входим снова и впускаем, мы входим вместе со своим ребенком, снова входим в мир болезней, а не в мир здоровья.
вот с этих первых, прям первых шажочков. И это такой самообман, такая ложь. Просто невероятно. И я знаю, что я говорю, что я полностью знаю, что я говорю так, как оно есть. Именно вот это и есть то, куда мы впускаем своего ребенка. Это касательно болезни. Вообще, если брать ложь, мир лжи, да? Ты на каждом шаге видишь переотражение. Да? Да? И ты видишь вот эти, даже в геометрии, геометрические искажения, когда будет проявлено так, так, так. Угу. И человек, обманывая другого человека, считает, что он выигрывает. На самом деле он ничего выиграть не может. По парадоксу, если там кто-то проиграл, то ты уже проиграл сразу. А выигрывают сразу все. Как подсознание? Как вот часто подсознание смотришь человека? Допустим, человек... Ты понимаешь, человек задает вопрос, да? А обращаешься к его подсознанию, то есть внимание на подсознание, и понимаешь, что у подсознания другого выхода нет. Человек заказывает то, что он... Человек не хочет этого, да? Но при этом он заказывает... А просит подсознание и говорит, да, хочу такую... Хочу проиграть, поиграть вот в это... И подсознание разводит руками, но будет исполнено. Кстати, я очень часто вижу, как подсознание просто не может, как джин. Выхода из аутизма есть фаза выхода у родителей, когда они не могут оторваться и снова лезут в старую игру. И ты видишь это и понимаешь, это какой-то капец. И ты не понимаешь, почему они это делают, но они лезут туда. Вот уже все, ты уже вышла. Ты знаешь, это как заключенного выпустил из тюрьмы. А уже все знает, пошло. Уже а он постоял назад. И говорит, ладно, я там что-то еще забыл чего-то. Знакомо, да, я пойду туда, знакомо, там пойду мне туда. Все знакомо. Да, да, да. Проще там, где знакомо. Проще вернуться туда, где уже был. Проще обратно в тюрьму, проще обратно в болезнь. А вот шаги в создание даются тяжело. Кстати, сегодня Даша задала вопрос, утром переписывались, она задала вопрос, что тяжело дается создание. Реально очень тяжело дается создание. Будем ли мы обучать этому? Я ответила, что пока не готова разговаривать на эту тему, потому что понимаю, ведь создание, это же так просто. Но оказывается, это так сложно. Это взять... ответственность на себя, за свою жизнь, за свое здоровье, за свои отношения, за свое проявление, за все, полностью за все на себя. В каждый момент, да. Здесь и сейчас. Да, да, да. Я вчера, буквально вот вчера была у Светы и играла с Дамиркой. Вернее, не играла, я смотрела, как Дамирка играет в компьютерную игру. Майнкрафт. Майнкрафт, по-моему, так. Ты знаешь, я смотрела, я сначала даже как-то просто смотрела, а потом в какой-то момент я понимаю, что я вхожу снова в свое состояние обычное, наблюдая, и так, знаешь, так в подсознание так пошла в глубину. И вдруг мне так четко, очевидно стало. Я смотрю на эту компьютерную игру и понимаю, мы полностью все в компьютерных играх. На самом деле, образно это один в один. А знаешь, смотри, только вот Дамирка, он выбрал Майнкрафт. И каждый из нас, абсолютно каждый из нас выбирает свою игру, в какую играть. И только знаешь как, выбрав, увлекается ею и забывает. И у него там уже сложности. Тут Дамирка играет, да, там вдруг какой-то голос там заревел. Смотрю, испугался. Где-то такой кто-то там ревет, надо его убить. Говорит, надоели мне они. Понимаешь, и продолжает играть. А я понимаю, я говорю, Дамирка, давай, говорю, а можно с этой планеты уйти на другую? Можно. Я говорю, так ну зачем нам пугаться? Пошли на другую, понимаешь? И я, вот и у меня вот так в жизни, и мы в жизни. А мы нет, нам надо, все равно надо пострадать, да, понапугаться, доиграть. Да блин, поменяй ты, ну нет, неинтересно, возьми другое направление. Я так четко это увидела, вот именно... А в жизни, вот смотри, элементарно, банально, помнишь историю с интернетом летнюю? Вот да. Уже все, студия построена, да? Да, осталось подключить интернет, и мы работаем. И тут мы наталкиваемся на человека, который говорит, нет, не хочу, просто не хочу. И есть, по сути дела, варианты вот этого «не хочу», который даже озвучивать вот сейчас не хочу, да? То есть есть вариант вот этого «не хочу», когда человек вдруг захочет, да?
но я не хочу идти на этот вариант. И есть вариант вот этого тупого не хочу. То есть в любом случае это игра вот этого человека нехочухи. Да? Да. Вот нехочуха. И он в это время вибрирует, ты понимаешь, тогда волны создает, и ты попадаешь на эту волну, да. Или не попадаешь. И ты понимаешь, что вроде как тебе нужен интернет, больше тебе от этого человека ничего не нужно. Да? Но он вот в это время нехочуха. И ты либо удовлетворяешь эту нехочуху, либо ты ругаешься с этой нехочухой. И то, и тот вариант, и тот, и тот. И тот, и тот. Это его игра. Да, это его игра. Ты на его, да, попадаешь. А у меня свое не хочу. Мне твоя нехочуха нахрен не нужна, да? Но... Я, знаешь, так беру... Понимаешь? Накрываю. И помнишь выход какой? Да. Задаешь себе вопрос. Ведь это же мое подсознание сформировало этого нехочуху. Нахрен оно мне его сформировало? Оно создало, проявило его в моей реальности, и эта нехочуха есть конкретно в моей реальности. Значит, надо как-то с этой нехочухой разобраться. Вариант играть? Нет. А вариант не играть? Вариант не играть? Вот когда начали рассматривать вариант не играть, и тут же нарисовался дом в Минске, тут же нарисовался другой вариант. Сегодня я читаю сообщения в интернете. Там дороги там не прочищены, там еще что-то, там проблемы там вечные. А в Минске этих проблем нет. И проблема как бы решилась сама собой, просто убрав «не хочу», потому что этот заход был неправильный со студией. Она не там должна была размещаться. Просто на тот момент мы другого варианта не видели. Но благодаря этой «нехочухе» мы увидели этот вариант. Вот я только хотела это сказать, выход. Что благодаря этой «нехочухе» и благодаря тому, что я чувствую, что мне неинтересна твоя игра, я на нее не пойду. Кстати, подумай о той игре, которая у меня сейчас тоже. Я не хочу в ту игру, и я не иду в нее. И тогда ты видишь другой выход. Другой, а он, так понимаешь, да. Даже когда тебя съели, есть как минимум два выхода. Так выход всегда есть, вообще всегда. Вообще всегда. Я после вчерашнего Майнкрафта, я понимаю, вообще есть абсолютно там, не два, Наташа, только. Сколько хочешь. Просто их надо осознавать. И даже вот эта нехочуха, которая, да, появилась, ведь она появилась для того, чтобы ты заметила. Другой вариант, да, увидеть. Заметила, мне неинтересно. Ну ладно, мне неинтересно. То есть, знаешь, как накрыть ее. Вот что я сделала, накрыли, да? И после того, и при этом не играя в нее. И поэтому, когда накрыли, не играя, по-любому откроется то, что ты хотела. Открываются возможности. Возможность. Если ты отказываешься играть в чужую игру, да, тебе подсознание твое тут же дает возможность. Ну, ты сам даешь, да. Ты сам себе, да, даешь возможность. Говоришь, все, если эта игра закрылась, значит, у нас нету этой игры, значит, другая возможность есть. И тут же нарисовывается возможность, и эта возможность куда лучше, чем предыдущая. Самое ключевое в этот момент, да, именно оставаться в состоянии счастья. Да. Вот это просто ключ. Как только, если ты не остаешься в состоянии, вот игру ты накрыл, да, то есть не хочу играть в нее, и в состоянии счастья у тебя открывается игра, ну, то есть то, что ты, возможности. Если ты не в состоянии счастья остался, а начал грустить, тебя ты уже под колпаком, ты уже сам под колпаком чужой игры, все. Вывертыш такой, да? Ты в зазеркалье уходишь. Да? То есть, по сути дела, именно состояние счастья определяет, да? Ты играешь на одной половине или ты играешь на другой половине. А чтобы состояние счастья было, надо осознавать благодарность. Спокойствие. Играй. Позволение, знаешь, так. Позволение под колпак. Играй. Я тебе благодарен, играй. Благодарю, что ты мне показываешь, что у меня есть другие возможности. И знаешь, так то чудо играть продолжает, но уже под колпаком, не вибрируя, а ты счастлив. У тебя открываются другие горизонты. Горизонты. Вот и все. И я после вчерашнего Майнкрафта вообще так... Ну, просто ты не представляешь, я просто тебе не успела рассказать этого. Я четко осознавала полностью, люди, каждый из нас играет. Свой Майнкрафт. Да. И можно пугаться каких-то голосов. И играть ты можешь, пока ты там не потерял ходилку-стрелялку. Да, да. Пока у тебя есть тело. Да. И пока ты ищешь аптечки, через которые ты его восстанавливаешь. Да. Ты его там держишь нормальную зарядку. Мало того, ты уже назвала игру. Зарядка, это все.
А можно просто... Я же вчера очевидно увидела. Можно просто кто-то нам заревел, мне это неприятно. Да ну нафиг, я на другую планету. Я другую. Зачем мне напрягаться? Понимаешь? Зачем мне болеть, если я начну сейчас разрушать себя там где-то? Зачем, если я счастлив, счастлив, счастлив? И при этом благодарю, гуляйте там, гуляйте вы там. Вот вам, поиграйте в это, вот вам. А я буду чу-чу-чу-чу. Счастье. Вот. С сегодняшнего дня мы начнем конкретно заниматься телом. Да. Подведем конкретно людей до нашего отъезда. Мы подведем людей четко, психотехническую базу дадим вот сегодня, по телу, а потом запустим эксперимент. Да. Вот сегодня у нас практикум, в котором мы стартуем. Завтра у нас курс здоровья. Да? Основная психотехническая база пойдет. И потом основная пойдет по психике, по надсознанию. Вот, это следующая неделя. Прям смотри, как в десяточку. А потом все, знаешь, так старт, да? Старт. И набираем, кто вот придет, кто хочет, да? Кто, ну, консультации я имею да. в виду. И мы с тобой сделаем большой перерыв в работе на период в Бразилии. Угу. Пока и мы будем. И да. потом, когда вернемся, подведем итоги вот по нашим наработкам, по всему. И только потом мы выдадим какие-то новые вещи. Плюс к тому времени люди, кто прошел с нами предательство, угу. у них будет уже к этому моменту наработка, обратная связь, потому что там очень круто жизнь угу. меняется. Да, сейчас да, вообще да. то, что вот пишут. Мне сегодня, кстати, разрешили опубликовать одну обратную связь. Я спросила разрешение. Так обычно я ее не публикую, а тут спросила разрешение, мне сказали да. Поэтому в ближайшее время даже статья будет. Там очень большая, очень крутая обратная связь. Угу. Это то, как меняет жизнь вот этот курс травмы предательство. Как вот эти осознания, запущенные у человека, как полностью выстраивается другая реальность. И как человек осознанно теперь учится управлять вот этими пазликами. И это круто, на самом деле. Это круто. Это вот то, чего мы хотели. Пальцем колбу. Да? И этот палец у всех. Да, у каждого свой. Потому что каждый создает свою реальность. Нету никакого гурта. Да? Нету.